В Одинцовском округе проходит профилактическая акция «Пешеход. Пешеходный переход». Ее главная цель – предотвращение ДТП с участием пешеходов и профилактика нарушений правил пересечения проезжей части. Госавтоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательными и напоминают, в вечернее время и в условиях плохой видимости необходимо использовать световозвращающие элементы. Акция продлится до 19 декабря.